Жительница Волгодонска похитила более 1 000 000 рублей, работая в банке. Прокуратурой города взято под личный контроль расследование уголовного дела в отношении служащей одного из волгодонских банков, которая оформляла кредитные карты вымышленным гражданам. По версии следствия, женщина в период с января по ноябрь 2012 года оформила кредитки на общую сумму более 1 300 000 рублей, которые обналичила через банкоматную сеть. Деньги злоумышленница присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила банку имущественный ущерб в особо крупном размере. В ходе проверки, проведенной по заявлению управляющего, установлено, что кредитные карты оформлены без документов. По черковеческим исследованиям установлен факт заполнения анкет заявителей на получение кредитных карт виновницей происшествия.